Друзья, всем привет! С вами Анастасия Хмеловец и Кира Штарфун. Мы познакомились на острове Самуи, на прекрасном тропическом. Анастасия является шеф-поваром сыроедческого меню уже давно, и у нас родилась идея нести это все в массы, создать сыроедческое десертное меню и радовать людей этими вкусняшками. И сегодня мы готовим ананасово-кокосовый чизкейк, да? Да. И расскажем вам пошагово, из чего он состоит и как это сделать. Настя, спасибо тебе огромное, что поделиться решила этим рецептом. И предлагаю начать. С удовольствием. Итак, первый кейк, который мы будем с вами готовить, это ананасово-кокосовый чизкейк. So first cake we're doing today is coconut and pineapple cheesecake. So for this we use just organic fresh ingredients. Для этого мы используем только органические натуральные продукты. Желательно покупать все сертификатами качества тайского. Кокосы не обработанные, не вымоченные, то есть просто зеленые, либо открытые при вас, либо полностью очищенные вами. So we used just organic fruits and coconuts with certification of quality and just a fresh green coconut with no any chemical ingredients. Also we used soaked almond and washed raisins. Также мы используем вымоченный миндаль и изюм. Итак, сначала делаем основу. Для основы нам потребуется размоченный миндаль, изюм, органический мед натуральный, кокосовое масло холодного отжима, также сертифицированное органическими сертификатами, и ваниль. Okay, first we will be doing first layer. It will be with almonds, raisins, pure honey, coconut oil and some vanilla. So we will be mixing all ingredients together and make it first layer of our cake. Все мы перемешиваем с помощью блендера и делаем первый слой. Итак, какие у нас вкусные ингредиенты. Да. Итак, сначала разбираем миндаль. Он уже порвется. Миндаль у нас замочен в течение какого времени? Миндаль замочен на 5 часов минимум. So just don't be afraid and use a spoon to make one consistency. Поскольку у нас миндаль был вымочен, он немного сложен для однородного перемалывания. Поэтому просто помогаем ложкой все вымешать. Выкладываем в общую емкость, где будем все тщательно перемешивать. Хочешь ему помочь? Можно. Будем все вместе перемешивать. Если частички какие-то не размешались, просто еще раз все вкуснее, чем все обычные традиционные торты, которые это точно.
берем изюм. Next step, we're going to take oasis and also make it one consistent. Mix together with almonds. Перемешиваем с миндалем. Все попробуем на завтра, это не такая доза, потому что такие тортики можно сделать, все, что они существуют такие в сыром виде. Да. Они не просто еще вкусные, но еще полезные. Да. Настя, как ты научилась так готовить? Научилась в Москве, в крупной компании сыроедной, в сыроеде. В принципе, мое первое сыроедное место работы. Здорово. Основа ингредиентов у нас готова. Добавляем кокосовое масло. Именно оно будет здесь давать загустяющую консистенцию. Когда мы поставим в холодильник, да, здесь не замораживаться. Совсем немного меда. Add it to honey. Add it to honey and coconut oil. To mix to keep it all ingredients together. И немного настоящей ванили. Очень вкусно пахнет. Да, потрясающий аромат. С ванилью нужно переборщить. Наш горьковатый оттенок еще может дать. Да, это просто немного граммов, здесь буквально 5 граммов даже максимальное количество. И тщательно перемешиваем. Можно использовать ложку, можно использовать защищенную руку, перчаткой, как вам удобно. Тщательно перемешиваем, тоже для однородной консистенции. So, and then we mix all ingredients carefully for one good consistency. Получается такой основу, из чего он состоит. Вот, дорогие друзья, вы видите, из чего он состоит. Получившееся масло мы выкладываем в нашу формочку для торта. So, all this already first layer we put it in our cake form. It is making carefully first layer. Аккуратно упаковываем наш первый слой основы. Здесь вы не найдете бисквита, только выбирали орешки, фрукты, натуральный подсластитель и намного меньше калорий. Это точно. Главное, используйте правильные органические ингредиенты. So this is our first layer of cake ready. And right now we will be doing also a very important part. It will be cream, the cheese, cheese cream. Сейчас мы будем делать не менее важный процесс. Это приготовление самого крема для торта.
Для этого мы используем свежую мяту с кокоса. Я вызываю с помощью тебя. Отлично, с мякоти. Есть ложечка, да, еще? Там сюда. Да. Опа. Кокос убежал. Итак, наша мята с кокоса готова. So, our coconut meat ready. And now we will put also some fresh pineapple. Также добавляем кусочки свежего ананаса. Здесь в Таиланде потрясающий ананас. Настолько вкусный, я таких еще не пробовала. Это точно. Причем столько много видов, что не устаешь удивляться. Если ананас попадется очень сочный, тогда просто кладем меньшее количество. Если наоборот, маленькие ананасы более такие. Не такие сочные. Не такие сочные, да. Тогда используем большее количество, это уже исходя из внешнего вида крема. Глазков получилось как-то немного в этом ананасе. Да, обычно отлично. Я тоже достаю, выбираю их. Соответственно, да, тщательно очищаем, чтобы в крем попал только мякоть. Давай, я все скоро уберу. Мы используем только мякоть без сердцевины. Сердцевину вырезаем, да? Сердцевина твердовата. Она твердовата, и в ней как раз содержится основное вещество пармелонин. Пармелонин. И что, благодаря этому веществу? Который обладает разъедающей способностью как раз. То есть он сжигает наши калории, но в то же время также сжигает наш язык. Да, вот почему, вот откуда. Это середины, что ли? Я думала, что это сама мякоть такая. Ну, вот в частности и в серединке как раз это содержится. Можем количество выкладываем. Добавляем немного кокосового масла. So we add some coconut oil. And pure honey. И мед. Вы можете использовать любой другой натуральный подсластитель. Сироп агавы, виноградный экстракт, виноградный сахар, стивию, по вашему желанию. И теперь все тщательно перемешиваем. And now so we all mix together.
пространство, чтобы создать воздушность текстуры. So we use precession for more soft texture of cream. По сути, просто насыщаем кислородом. Наблюдает однородность. Uh-huh. А сейчас мы это выливаем в наш будущий кейк. Uh-huh. Если у вас капуста более твердая, с большей мякотью, получится чуть гуще. В этом ничего страшного. Uh-huh. И кладем в холодильник, в морозильную камеру, охлаждаться приблизительно на час. Она немножко загустеет, туда мы добавим свежие кусочки ананаса для декора, и затем опять оставим охлаждаться уже в течение 2-3 часов для полного загустения. Отлично. So right now we're going to put it on the fridge just for 1 hour. So when it will be fixed, we bring some fresh pieces of pineapple for just decoration, and after leave it about for 3-4 hours for all freezing consistency. Замораживаться. Итак, для получения кокосового ананасового чизкейка мы используем только замоченный миндаль из орехов, получается он очень легкий наш тортик, и изюм. Это для создания первого слоя. Добавляем немного кокосового масла, мед и ваниль по вашему вкусу. Для крема мы используем молодые кокосы и свежий ананас, кокосовое масло и мед. Включаются очень простые ингредиенты, поэтому такая легкая текстура. Mm-hmm. Mm-hmm. Затем после перемешивания выливаем нашу форму, оставляем в морозильной камере на час до загустения, затем украшаем свежим ананасом и кладем опять в морозильник на 3-4 часа до полного загустения. Mm-hmm. А затем наслаждаемся. Слушай, я думаю, что посетители тех ресторанов, для которых мы приготовили это меню, будут в полном восторге. Однозначно. So for our coconut and pineapple cheesecake, we use it for first layer soaked almond for 5-4 hours and raisins, some coconut oil and honey and some vanilla. So we mix together and put it on the first layer. For our cream, we use just medium of young coconut, fresh pineapple, again some coconut oil, and any natural sweets like honey, stevia, again nectar, so up to you. After all mixed together, we put it in our cake form and wait about hour in the fridge when it will be first fixed. And after just put some decoration also, fresh pineapple, and wait in about 3-4 hours when it will be freeze. Thank you, Анастасия. Так, вот так. Все? Отлично.